Здравствуйте, сегодня у нас нож Байкал, Байкал 2, и по просьбе покупателя укомплектован погружными ножнами. Ну, есть любители, которые именно ценят данные ножны, поскольку они были ранее у речной серии, поэтому положили. Положу черный ластрон, черный стонвош, покрытие, сталь АУС 8. Такое название выгравировано. С этой стороны голограмма. Нож разборный, как представитель речной серии. Легко разбирается. Вот такая гарда здесь. Черного цвета, и как у всей речной серии, очень удобная рукоять. Ну, спуски по обуху, очень интересная, симпатичная форма клинка, такая стремительная. Ну и ножны погружные, в которых сидит уверенно. Эти ножны более практичные, да? Здесь кожа проверенная, толстая, барабанное украшение, не галантерейное. Вот такой нож Байкал 2.